человек. Тихо, брат. Стой, брат. Тихо. Вот я второй день в Москве. Я в полном порядке. Дина, ты на удачу или на везение? Ой, блин, что за кайф, брат, для ушей. Это кончено. Приехали мы в Москву. Встретился я с интересными автомобилями. Выехали на Минское шоссе погонять по платке. Вот такой автомобиль. Это мой автомобиль. Дальше. AMG GT 6.3 автомобиль. И вот такой вот гелик. В общем, думаю, заруба будет интересная. Посмотрим, что у нас получится. Вот этого парня вы уже видели у меня. Как? Что там? Что там? Расскажи, как ты? Не виделись год, наверное, уже. Да. Че, ГТР, может, Ахмед приедет, поменяет, нет? Или уже все, да? Уже другие планы. Уже все. Ладно, расскажи, мы вообще сюда что приехали? Не, сейчас будет гонка. Гелик против этой детишки. Ключ-ключ, правильно? Да нет. Так, да? Да, свой интерес есть. Ну, короче, такая движуха. Вот я второй день в Москве. Сейчас думаю, что-нибудь интересное мы подснимем. Если, брат, успеешь на Гетере, хочешь за нами езжать? Ну, я так подснять, понял? Это я, знаешь, я тот самый оператор, который едет быстрее, чем сами гонщики, понял? Если снимаешь гонку. Точно? Да я объеду вас. Шансов нет. А сколько сил в них вообще, в обоих? Она под 800 сил гелик, это сток. А, ну я думаю, я спереди буду ехать вас снимать. Не, гелик, думаешь, что гелик, брат? Шансов. Гелик. Шансов. Гелик. Шансов. УАЗик, блин. В общем, как-то так. Посмотрим, какие будут результаты. Ты где, Влад? А вы где? Вы куда поехали? Прямо езжай, брат. Мы прямо едем. А вон, вижу вас, все, нашел. Все, не отставай, брат, рядом двигайся, мясо будешь кушать. Все, давай. Так, это с нами, гелик с нами. Вот ГТР сзади. Все сборы. Сейчас, короче, ребят, план следующий. Едем на Патрике. Патрики. И оттуда поедем становиться ключ на... Не ключ на ключ, просто становиться вот с этой читишкой. Банан против... Ой, банан говорю. Автомате вот банан в голове. Когда... Ой, блин, его сын. Влад! Воу! Как ты, Ахи? Я в полном порядке! Ой, блин, что за кайф, брат, для ушей! Фуй, этот выхлоп ГТР. Уа-ба-бай. Я заметил, кстати, что она очень много внимания привлекает. Очень, даже чем ламба, мне кажется, она. А тебе не высоко? Ты прям очень под потолок сидишь. Ой, блин, это тяги ГТРа. Это просто. Это золотые тяги ГТРа. Это бархатные тяги. Мой проспект горит, огни вокруг, я на свет бегу сквозь тысячи рукой попутаясь, то врага, то друг, тут грязный круг. Там просто в гелике 4 храбрых сердца. Стоишь 6-4, 4 храбрых сердца. Прикинь, да, брат, что я сделал? Зеленый включился, я с тобой разговаривал, сейчас заново красный включился, я стою. Главное, что его ума не придет. А там подумает, что мы тут на куриной сидим. Он смотрит на тебя, гаджи. Он на тебя уже смотрит. Он зовет тебя. Серьезно? Да, он опустил окно, повернись. Серьезно? Да. Самый долгий светофор в мире. 2 минуты 18 секунд. Бля, я еще вот так, как в том меме начнем, вот так течь. Это что, брат? Смотри, как смотрит на тебя телки. Серьезно, что это? Да. Противоположный пол, смотри. Кто, где? Вон, да, вон, смотри. Не, я мол, такой важный перец, я даже не буду в сторону смотреть, мол, понял такой. Сигарет сюда? Дай сигарету. Не, шучу, я еще. Не, я не знаю, не смотрю. Я живу с женатым человеком. Реально? Да, у меня дети есть. Дети есть у тебя? Да.
по мне не скажешь, чтобы оно уставшее лицо смотрелось. А тебе сколько лет? Мне? Как думаешь? 26. Позавчера исполнилось 25. 25? Да. Ты на год мне старше. На год старше? Тебе лет 40 даже, честно. Посмотри на него. Я тоже уставший, да. В GTA же все играли? Вот сейчас будет GTA. Тихо, брат! Стой, брат! Ты слишком быстро едешь! Брат, аккуратно, пожалуйста. Ой, блин! Тихо! Стой, брат, стой! Эй, брат! Ты что делаешь, брат? Там машина! Ты на удачу едешь или на везение? Нет, я вижу фары, когда светятся. Вот видно же, смотри, машина едет. Ну, видно, пой, но ты там никогда в жизни не остановишься же. Давайте ну, подождем. В комментариях пишут так, я тебе скажу. Опасный для общества человек. Оп, остановочку делаем в этом выпуске. Хотел бы вам рассказать, что делать, если не можешь платить по долгам. Есть законное решение. Каждый гражданин имеет полное право законно списать свои долги. По микрозаймам, по кредитным картам, по ЖКХ, по налогам, по пеням, по микрозаймам и распискам. В общем, хотел бы вам порекомендовать канал Алексея. На его канале вы узнаете, как освободить себя от долгов, избавиться от коллекторов, списать долги по ЖКХ и многое другое. Алексей бесплатно проведет консультацию и предложит пути решения вашей ситуации. Не упустите возможность начать новую жизнь. Едем дальше. Золотая молодежь. За сколько подписчиков ты мне ее отдашь? Вот я тебе приход сделаю. Приход? Да. А у тебя столько нет. Не, смотри, у тебя сколько подписчиков? У меня на ютубе сейчас где-то 75-76. Сколько ты хочешь и за сколько чтобы ты мне отдал их? Лям. Смотри, я тебе привожу лям подписчиков, ты мне отдашь откуда? Настоящих живых подписчиков. Не, какая разница, брат, настоящих. Крученых за 3000 мне не нужны. Я не люблю на чужих тачках газовать, но чуть не удерживаюсь. Чуть не сдержался ты? Да. Так и хочется просто вот дать и не отпустить просто секунд 30. Сейчас, мне кажется, многие будут в комментариях писать, что я ему дал эту тачку специально, чтобы продать. Будут такие комментарии? Со скидкой 2500 сделаем, брат. Набирает, брат. Как он не описывает, а у тебя просто... Ау! Тогда пустим их, посмотрим, что будет. А гонка? Да. Когда, где? На платке. Поехали. Давай мы за тобой тогда. Давай. Так, ну я сейчас буду снимать огненный выхлоп ГТРа, который улетит в точку. Ха, ты думаешь, ты за ГТР топишь, короче, да? Но это объективно самая быстрая машина будет. А вот с AMG GT я не знаю. Мне любопытно, искренне любопытно, кто первый. Не, остановимся и тронемся. Давай вот здесь сейчас. Мне кажется, в этом GTR у нас двоих. Я думаю, да. Эти эмоции ощущаются вообще по-другому. То, что это звук, это ГТР, это спортивный характер, подвеска, вот это вот это. Турбина, блин. Выхлоп, да? Оно прям, блин, все добавляет, и ты прям чувствуешь себя, как на гоночном болиде. Как оно набирает, брат, просто ошалеть.
на 5 тысяч была. Не поймал, не поймал. Не поймал, вон. 90 было, когда я проезжал. Она на 40, Гаджи. А, 90, тогда это сколько получается? 2000 получается рублей. Нет, давай смотри, у меня реклама стоит столько, то я тебе отвечаю. Ты очень рисковый водитель на самом деле. Все, тачке надо отдыхать, она уже, смотри, как нагрелась. 104-106. А сколько норма? Норма 95 везде. В круг. В круг? Да. Давай план вот, смотри, свой. Только что водитель AMG GT63 предложил нам встать четвером и дать по газам. Гаджи кричит, велик мощный, GT кричит, я всех объеду. Я просто тебе, оператору, говорю, просто сразу опускай заднее окошечко и снимай, как я со стрелами буду это все объезжать. Договорились? Звук аплодисментов, монтажист, наложи сюда. Ну чё, честно, ГТР мощь? Блин. Я Гаджи спрашиваю, честно. Мощь, мощь, брат, мощь. Реально. Да, мощь. Хорошо поехал? Хорошо, вот сейчас хорошо поехал. Резина прогрелась. Да? Да. Все, брат, пушка. Мы на ней такси снимем. Не дай бог, что им сейчас скажешь за кадром. ГТР кончен. Блин. Продай-то мне ее в рассрочку. В рассрочку? Да. Но, могу блин. Сразу в касание продать только. Блин, ну тачка, ребят, просто пушка. Она мне, ну, она нравилась мне всегда. Это ГТР, там, мечта детства, все дела. Представляете, вы каждое утро вы просыпаетесь, смотрите за окно, а там вас ждет Nissan GT-R. Не такой Тайкан, не GLE, не Гелик, а GT-R. Да, она пусть будет 10 раз дешевле, чем они. Но все-таки это ГТР. Да, это другой мир. Вот представьте себе, ты молодой баран. И ты покупаешь себе ГТР золотого цвета. Ты молодой баран, и ты покупаешь себе ГТР. Nissan GT-R золотого цвета такси. И все думают, ты такой молодой баран, что ты купил себе Nissan GT-R. А, GTR Nissan, вот так надо, да? Да, да. Чтоб складно было. Так, хочется кого-нибудь прокатить, блин. Давай же, чтобы человек ощутил эти эмоции. Салют, друган. В курсе про тебя смотрим. Все, можешь типа вызовем такси, машинку прокатишь, покажешь, там драйв устроишь пару минуточек. Бля, ну асфальт мокрый. Да мы так чисто, мы чуть-чуть. Чуть-чуть? Да, мы за тебя этот воздадим. Ну садитесь. Ну все, душ. Готов? Погоди, 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 погоди. Все, поехали. Все, приехали, ролик подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. Следующий выпуск будет не менее интересный, так как я принял участие на своем ГТРе в проекте у Димы Гордея под названием «Стульчики». И там вы узнаете, какое место я занял и что стало с ГТРом после этого автомобильного побоища. А с вами бы хотел договориться. Как только этот выпуск наберет 10 тысяч лайков, я сразу выпускаю следующий. И еще, не забываем про мой телеграм-канал. Ссылка тут. По традиции мы там разыграем 10 тысяч рублей. Условия максимально простые. Переходите по ссылке, вы ничего не теряете. И еще, хотел бы добавить, что в скором времени мы разыграем автомобиль. Я думаю, даже сделаем это в следующем выпуске. Какой именно автомобиль, вы также узнаете в этом телеграм-канале и в следующем выпуске. В общем, всех благодарю за то, что меня смотрите, ставите лайки, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Всех люблю. Пока-пока.